Всем привет! Сегодня у меня неожиданно закончились застежки, и вместо того, чтобы скорее бежать за новыми, я нашла оригинальную альтернативу, как можно эти застежки заменить. А именно, просто застегнуть наш браслет на обычную пуговицу. Это очень просто. Пуговица может быть любая. Единственное ограничение – это то, что дырочки должны быть достаточно большими, чтобы через них прошла резинка. Других ограничений нет, и браслет тоже может быть любой. Я сделала рыбий хвост, но любой другой браслет вы также точно застегнете. Я использую Monster Tail, но это можно сделать и на большом станке, и на вилках. Главное, чтобы у вас были столбики, на которых вы будете плести браслет, на который вы все оденете. В случае с рыбьим хвостом это всего лишь 2 столбика, поэтому можно сделать и на пальцах. Продели нашу резинку через пуговичку. И теперь натягиваем эти оба 2 конца между столбиками. Теперь я могу спокойно плести свой браслет. Даже не надо одевать ничего в форме восьмерки, а просто сразу начинаем с узора. Все, браслет готов. И теперь я вам только покажу, как застегнуть. Здесь никакого искусства не надо, просто сняли вот эти петельки, одели на пальчик. И теперь застегиваем на пуговичку. Вот так вот все легко и просто. Я надеюсь, что урок показался вам полезным. И если вдруг у вас тоже закончатся застежки, или если просто захочется поэкспериментировать, то вы тоже попробуйте. Обязательно оставляйте мне ваши комментарии, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал и смотрите меня еще. Пока!